Тяжелое положение. Капаем малышей. Нашего старичка Волчика. Волчик. Волчик. Вот видите, у него стоит катетер. Малышу завтра предстоит операция. Ты мой зайка. Нам очень нужна помощь. Мальчика нашли на дороге. Завтра предстоит операция, но сегодня кушает. С ним все хорошо. Одрика, у которого удалили хвостик. У него резко начал болеть животик, начался понос, мы не знаем, что с ним. Пока он сидит отдельно, отсадили сразу. Этот малышка уже поправился. Ребята, это я вам показываю тех, кто у меня сейчас в карантине, кого я сейчас капаю. С другой стороны, я сейчас пойду, покажу вам остальных. У меня очень тяжелый котик, и о нем я сделаю отдельное видео. А пока, друзья, здесь Волчик и здесь Византия. Они самые тяжелые. Одрик пока находится у нас под карантином и пред присмотром. Вот такие дела. Друзья, пожалуйста, не забывайте про нас. Ваша помощь, ваше участие, ваше внимание. Они очень-очень нам нужны, мои хорошие. Да? Волчик, маленький старичок ты мой. Старичок. Византия.